Участники и зрители смогут послушать хюэмэй, отведать блюда тувинской кухни и обучиться народным ремеслам мастеров Тувы. Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада 2019, в рамках которой будут представлены сибирские регионы. Тува будет представлена на двух площадках – на фестивале «Мир Сибири. Зима» и в парке. В составе делегации от республики поедут 70 человек. Представители Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел, Кызыльского колледжа искусств и хозяйственного управления Министерства культуры Тувы. На площадке фестиваля «Мир Сибири. Зима» будет установлена тувинская национальная юрта с утварью, где будут проходить мастер-классы и продажа сувенирной продукции. Также будет представлена небольшая выставка скифского золота «Аржан-2», традиционные национальные костюмы и тувинские национальные музыкальные инструменты. Далее на острове Татышево в парке Универсиады на все дни проведения будут находиться национальная юрта со всей утварью, работающая круглосуточно. Здесь запланировано также проведение мастер-классов по тувинской кухне, народно-художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству тувинцев, а экскурсоводы будут знакомить посетителей с достопримечательностями истории и культуры Тувы.